Имеет значение вторая наша проблема эндемичная, это опистархоз. Вы знаете, это заболевание, которое возникает при употреблении плохо проваренной, прожаренной рыбы, особенно породы карповых, семейства карповых. Мы живем с вами в очаге опистархоза, в природном очаге. Это Опертышский бассейн. И ежегодно около 2000 новых случаев опистархоза появляется. И благодаря тому, что работает у нас институт Тюменский некроевой инфекционной патологии, сейчас более активно началось лечение заболевших опистархозом, ведется персонифицированный реестр заболевших. Проблема полноценного питания, она является очень актуальной, и вы знаете, что у нас в области реализуются две программы региональные. Одна программа – это продовольственная безопасность в Тюменской, населения Тюменской области, которая в прошлом году была продлена до 2020 года распоряжением губернатора. И в рамках этой программы в том числе идет контроль за качеством продукции, которая реализуется населению нашей области. Как в рамках, этот надзор идет как в рамках федерального надзора, так и совместно с производителями пищевой продукции идет производственный контроль. Исследования проводятся на базе аккредитованных лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.